Всем привет. Несколько дней назад мне пришлось на одном заказе крепить подоконники. Подоконники были деревянные, и нужно было сделать так, чтобы крепеж не был виден. Поэтому я крепил их снизу на косой шуруп. И для этого я сделал вот такое простое приспособление. Это лист ДВП 3 мм. Здесь у меня есть упорная планка. И два клина, по которым скользит фрезер. Значит, расстояние между этими клиньями немного больше, чем копировальная втулка. То есть втулка имеет возможность двигаться. Сделано это для того, чтобы я мог выбирать паз фрезой 8 мм не за один проход, а за несколько. Соответственно, ширина паза будет больше. Фрезер у меня Makita 800 Вт. Но с этим фрезером у меня не было копировального кольца, поэтому я сделал самодельное, и сделал я его вот с таким вырезом. Это дает возможность быстро устанавливать кольцо. То есть я его подставляю под один винт, опускаю, проворачиваю и зажимаю сверху штатными винтами. Одно движение, кольцо на месте. Значит, вот в этом нижнем направляющем брусе у меня есть отверстие с точно таким углом, как углы клиньев. Это отверстие для самого шурупа. Я просверливаю его. И теперь начинаю фрезеровать. Буквально несколько движений, минута работы, и отверстие готово. Остается только подобрать соответствующий шуруп, и можно крепить. Вот выходное отверстие шурупа. Вот такая вот простая конструкция. На этом все. Всем спасибо за внимание. Жду вас на своем канале.